Аузу биллахи минаш шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим принести всем свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламуллахи алейха. В связи с этим трауром, с этими событиями мы продолжаем серию передач, посвященных этой теме. И для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого хаджата ислама валь-муслимин шейх Курбана. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Курбан, на последней передаче вы разъяснили одно из преданий, где пророк говорит о человеке, которого назвали сумасшедшим, и он сказал, что этот человек не является сумасшедшим, потому что сумасшедший тот, кто выбирает этот мир и дает предпочтение этому миру над тем миром, над будущим вечным. И на тот момент передача наша закончилась. Хотел бы продолжить обсуждать эту тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей Хади ТВ 3. Мы говорили о том, что Единобожие является обителью безопасности, обителью комфорта, является крепостью. Единобожие является крепостью. И по этому поводу имеется также предание, например, «Калимату ля иля» имеется хадис Кудси, в котором Бог говорит «Калимату ля иляха илляллах хисни», что Единобожие является моей крепостью. Ну, имеется продолжение, но в любом случае. С условиями, да. Единобожие является крепостью, единобожие является обителью безопасности. И в отличие от этого, имеется противоположное этому. Это многобожие. Многобожие является обителью... Мы не будем говорить о безбожии, потому что как такового безбожия на самом деле нету. Если теоретически может быть, безбожие просто-напросто не существует. Люди, которые говорят, что они являются атеистами, это люди, которые просто лгут. Нету атеистов, атеистов не бывает. Кто-то к чему-то да, и прибегает, да, к чему-то и поклоняется. Деньгам это власти и собственному телу, как у, вот, мы видим, люди, которые называют себя спортсменами, проводят большую часть своего времени за едой и в спортивном зале, то есть своему собственному виду, своему внешнему виду поклоняются. То есть нету и атеистов-то как таковых нет, поэтому даже смысла нету с практической точки зрения как-то об этом даже говорить. Есть единобожники, а есть многобожники, и все, третьей группы нету. Не существует третьей группы. Да, на словах есть атеисты, но это только на словах. На деле нет, не существует. Эти божества, которым люди поклоняются, и, кстати, в том числе эти божества являются убежищем, в том числе и для верующих, как ни странно. И при этом с верой это, я точно не помню, к сожалению, формулировка священного аята, сказано «Вама юмину аксарухум». То есть они, большинство людей не веруют в Бога, кроме как будучи многобожниками. То есть это аят Священного Корана. Здесь это декламация истины. Здесь, то есть что-то человек возразить. Многобожник или он верит в Бога? Другими словами. Нет, в этом аяте ясно недвусмысленно сказано, что большинство верующих не мусульман, обратите внимание. А большинство верующих являются многобожниками. То есть, опять-таки, да, здесь совершенно ясно, совершенно очевидно, что есть степени многобожия и единобожия. То есть, если человек является единобожником, уверовал в Бога, он может иметь какие-то степени многобожия. Это и, как сказано в аяте, большинство людей и большинство верующих именно такие. Они исповедуют, наряду с единобожием, исповедуют также и на практике, естественно, не в теории. Исповедуют также и... Но это то многобожие, которое
не выводит человека из ислама, не делает его неверным. Он остается мусульманином и, более того, даже остается верующим. Но эти божества, к которым он примыкает, неважно, это положение в обществе, уважение общества, это посты какие-то, это имущество, это его, например, работа, это его семья, его внешний вид или еще что-то, эти вот божества, огромное количество которых, они ничего ему не дают, кроме как дар аль-бавар. То есть Бог говорит, что ахаллу каумахум дар аль-бавар, то есть сделали возможными для своих людей, сделали возможными эту обитель, обитель опасности, обитель разрухи, джаханнам. То есть ад не просто так назван, потому что человек сам создает эту самую обитель своими собственными божествами, которые не способны, как говорит Ибрахим, алейхиссалатусам, ля ухиббуль афилин, они закатываются, их ресурсы заканчиваются, они не способны защитить. И все это служит причиной того, что у человека возникают страхи, у него возникает стресс, у него возникает все остальное. Верующие не такие. Те, которые примкнули к единобожию, они этого страха, этого беспокойства, какой-то опасности они не чувствуют. Они находятся в полной безопасности. По этому поводу мы имеем огромное множество преданий и имеем также аяты. Например, обратите внимание, Всевышний в Священном Коране приводит пример человека, который является единобожником, и пример человека, который является многобожником. В Священном Коране сказано: «Дараббаллаху масалан раджулян фихи шурака муташакисуна раджулян саламан ли раджулин». Бог приводит пример человека, которым владеют множество людей, которым владеют множество людей, каждый из которых имеет в нем долю. То есть пример единобожия и многобожия Бог приводит через рабство. То есть представьте себе раба, ну это практика такая была, да, то есть один человек могли, допустим, если человек был богат, он покупал себе одного раба. Это Бог приводит пример, чтобы было понятно, чтобы человек представил понятным для него примером, с помощью понятного для него примера, то, каково единобожие и каково многобожие, какова разница между ними. Так вот, если человек был богатым, он покупал раба и все, единолично. Но они все могли себе позволить купить раба. И поэтому бывало так, что они, допустим, несколько человек покупали одного раба. Каким образом? Например, они его делили. Делили каким образом? Допустим, один день недели он работает на одного, второй день работает на второго, третий день на третьего и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом его использовали. То есть делили его время. Его время делили и каждому отводили его долю, которую он вложил в покупку этого раба. Так вот, для людей, которые жили во времена, когда были еще рабы, это в том числе и период ниспослания откровения Священного Корана, для них было очевидно, что разница между человеком, который принадлежит одному хозяину, рабом, который принадлежит одному хозяину, и рабом, который принадлежит, например, трем или более хозяинам. Разница была для них колоссальная. Они прекрасно понимали, что жизнь этого человека является адом. Почему? Потому что если у одного человека есть какие-то нужды, эти нужды они не являются безграничными. Они когда-то заканчиваются, он успевает отдохнуть и так далее. А если они делят время свое, то этот человек постоянно работает, у него есть какая-то обязанность что-то сделать, потому что время поделено. Он дает ему работу, которую ему необходимо сделать за неделю, например, если они его поделили на неделю. И его жизнь, она полна стрессов, полна страхов, он не может привыкнуть к целому кругу хозяев. Если
у человека, у раба один хозяин, он к нему привыкает. Это всего лишь пример. То есть глубоко углубляться в этот пример не нужно. Здесь Бог хочет дать понять, что единобожник подобен этому человеку, и многобожник подобен тому рабу. То есть один находится в безопасности, а другой находится... То есть разница здесь, опять-таки, при всей этой, при всех тех смыслах, которые здесь сопровождаются, здесь разница очевидна, и человек прекрасно понимает. И поэтому Бог говорит: «Дараballahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan». Разве есть и разве они равны? Разве их спокойствие, и разве их счастье, разве их комфорт равен? Совершенно нет. Совершенно не равен. Это разное. И здесь Бог приводит этот пример, чтобы разъяснить разницу между многобожием и единобожием. Такова разница между верующим и многобожником. Единобожника практически ничто не способно, потому что он примкнул к безграничному могуществу, который ни в чем не нуждается. Богу, который не нуждается в его поклонении, как сказано в Священном Коране. Они, если ему поклоняются, если люди поклоняются Богу, то они приносят себе пользу. Они не приносят Богу пользу, потому что Бог безграничен, он самодостаточен и ни в чем совершенно не нуждается. А если они отказываются от поклонения ему, то они ему от него, у него ничего не могут отнять, от него ничего не могут отнять, от его достатка и самодостаточности совершенно ничего не могут отнять. И поэтому эта разница совершенно очевидна, что когда человек, верующий человек, находит убежище в этом единобожии, у единого, безграничного, могущественного, безгранично могущественного Бога, и наряду с этим безгранично доброго, безгранично милосердного и милостивого Бога, когда находит, совершенно очевидно, что у него, он находит для себя устойчивую опору, находит для себя безопасную обитель. И поэтому единобожие является обителью безопасности. И поэтому в Священном Коране сказано «Лахумуль амн», и для этих «Вахум мухтадун». Именно им принадлежит безопасность. Именно они являются наставленными на верный путь. А когда человек находит убежище, примыкает к многобожию, то он теряет. «Ахаллу ковмахум дар аль-бавар джаханнам». Они делают для себя возможным эту обитель разрухи и обитель страха. Постоянного страха. И мы сегодня совершенно, мы видим, что люди тратят огромное количество денег, зарабатывают с трудом деньги, и при этом и легкостью, с огромнейшей невероятной легкостью, удивительнейшей легкостью отдают эти деньги кому? Тем, которые могут хотя бы что-то дать ему из спокойствия и безопасности. Неважно, это психолог или какой-то тренинги какие-то, я не знаю, какие-то семинары какие-то и так далее. Он отдает кучу денег, готов отдать, лишь бы иллюзию хотя бы получить безопасности. Спокойствие. Иллюзию спокойствия получить. Это разница между... И поэтому верующий, как сказано в преданиях... Шагуром, нужна пауза прерваться на этот момент. Хорошо, хорошо. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, после чего продолжим. Оставайтесь с нами.
Уважаемые телезрители, мы прерывались на большую паузу, до которой обсуждали вопрос веры и неверия. Уважаемый шейх Курбан, вы приводили пример о том, кому равен человек, который верит в единого Бога, и человек, который верит в многобожие. И вы сказали о том, что сейчас даже вот привели пример, многие люди тратят большие деньги на то, чтобы найти какую-то хоть иллюзию успокоения, спокойствия в этом мире. Да, мы, обращаясь к аятам священного Корана в первую очередь и к преданиям, которые являются, вне всякого сомнения, всего лишь толкованием, толкованием священного Корана, разъяснением и раскрытием смысла священного Корана, мы обнаруживаем, что у верующих имеется нечто невероятное. У верующих обладают безопасностью, например, даже более того, обладает величием, настоящим величием. И мы в истории с этим очень... с удивительными примерами этого сталкиваемся. Например, сказано в Священном Коране «Валиллахи л-иззату» – «Богу принадлежит могущество и величие». Богу принадлежит величие. Но те, кто приближаются к Богу через поклонение Ему, через обожествление Его, а как следствие обожествления тех ценностей, которые он из себя представляет, он дарует им это величие и это могущество, это достоинство дарует. Кто же эти? Конечно же, это в первую очередь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. «Валиллахи л-иззату ва лирасулихи». Богу принадлежит величие, его посланнику принадлежит величие. «Валиль муминина» – и верующим принадлежит величие. Абсолютно верующему абсолютно нету никакой разницы, какое положение он в обществе занимает. Верующим нет никакой разницы, какой у него достаток. Он одинаково величественен, он одинаково спокоен, он одинаково умиротворен. Например, его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалям, Нахчуль Балага, есть его речь, его светлость говорит «Ла язидуни касратун нас хаули иззатан». Не может многочисленность моих последователей, многочисленность моих сподвижников, многочисленность моих помощников, тех людей, которые симпатизируют мне, не может «Ла язидуни касратун нас хаули иззатан». Не может эта многочисленность даровать мне какое-то могущество. Иззатан, обратите внимание, даже хотя бы чуть-чуть не может прибавить к моему величию. Хаули иззатан, к моему могуществу, к моему достоинству не может ничего абсолютно прибавить. Вала тафарруқухум анни вахшатан. И то, что они от меня отдаляются, то, что они от меня уходят, то, что они покидают меня, не может дать мне страх, не может прибавить к моему страху совершенно ничего. Почему Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, является, мы в будущем с позволения Бога поговорим, потому что это имеет прямое отношение к этой теме, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, является весами деяний, как сказано в предании, разделителем рая и ада. То, что разделяет рай от ада, является, согласно преданию, его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. Это говорит, ну, мы разберем это предание, об этом более подробно, если вспомним, если будет на это позволение Бога и позволит также время, мы более подробно об этом предании поговорим, почему он является разделителем рая и ада, потому что является совершенным. Он полностью предался, как говорится в другом предании, его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, когда люди, сподвижники его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, критиковали Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, за его жесткую позицию, они считали, что у него слишком жесткая позиция. Ну, естественно, в вопросе между верой и неверием, между исламом и неисламом, между мусульманами и неверными. У него была жесткая позиция. Он не смотрел на то, кто перед ним, какая-то знать или какой-то бедняк. Он смотрел на то, что он исповедует, прав ли он или не прав. И
на этом строил свое отношение. И это окружающим людям казалось, что это слишком жесткая позиция. И они критиковали. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, в связи с этим изрек следующее. Его светлость сказал, что вы хотите от Али? Али погружен в Бога. Что он живет Богом. У него все помыслы связаны с довольством Бога. Что вы хотите от Али? Поэтому его светлость, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалям, является идеальным человеком. Человеком, который полностью погрузился в Бога. И для такого человека, который исповедует чистое единобожие, абсолютно никак не смешивая это с какими-то божествами, с какими-то ценностями, лжеценностями и так далее и тому подобное, и свои намерения никак не смешивает, свою любовь к Богу не смешивает с любовью к каким-то другим вещам и так далее. Собственными желаниями. И собственными желаниями. Этот человек, естественно, не испытывает никакого страха ни перед чем. Не зря его называют, я сейчас не помню, на арабском, именно лидером единобожников, повелителем единобожников, то есть да, глава. Да, предводителем единобожников, предводителем верующих. Именно от его этого эпитета и брали другие халифы эпитет Амир аль-Муминин, предводитель верующих. И поэтому, когда Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ля язидуни кесрату нас хаули иззатан, ва ля тафаррукухум». Они вахшатан, не может их помощь, их многочисленность даровать мне хоть что-либо из могущества, и не может ничего прибавить их отдаление от меня, что-либо к моему страху, потому что это неразумно. Человек, который зависит и всю свою жизнь посвятил единому Богу, и в каждое свое дыхание посвящает этому единому Богу, безграничному Богу, что он может получить от остальных ограниченных? И что он может потерять, когда они его покидают? То есть мы обнаруживаем, что именно верующему принадлежит величие, спокойствие. А многобожник, наоборот, он, тот, кто примыкает, как сказано в Священном Коране, «Фафирру иля Аллахи, инни лакум минху надир, ва ля тажалу ма Аллахи илахан ахара, инни лакум минху надирун мубин». Надирун мубин. Прибегайте, находите убежище у Бога. Это обращение посланник Аллах, то есть словами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи, говорится в этом аяте. «Валя тажи алюма Аллахи иляхан ахар». И не берите других богов себе, других божеств себе, потому что это ничего, кроме ничтожности, ничего, кроме стресса, страха, ничего, деньги, власть, ничего не даруют, ничего, кроме. Да, конечно, иллюзия какого-то величия, иллюзия какой-то значимости появляется у людей. Этого не всякого сомнения. Эта иллюзия появляется. Например, фараон, который говорил, что я есть Бог, но при этом испытывал вне всякого, даже в этом не стоит даже на крупицу сомневаться, испытывал больше страха, чем любой обычный египтянин. Откуда приказ перебить и перерезать всех младенцев из потомства пророка Ягуба, алейхиссалам, если откуда эта жестокость, если не от страха? От страха потерять власть, от страха потерять уважение. Почему правители жестоки с людьми, которые проявляют к ним хоть какое-то неуважение, какую-то непочтительность, протест? Почему? Если они могущественны, если они величие их, если обладают настоящим величием, то почему, откуда это? Это все от страха, от чувства неуверенности. Это в том числе и неуверенность. То есть человек, заработав огромные средства и достигнув самого высокого общественного положения, не обретает этой непоколебимости,
этой крепости не обретает. Обретается это через веру в Бога, через единобожие обретается. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, в предании говорит, прошу прощения, имам Багри, алейхиссалату вассалам, в предании говорит, это подобное предание имеется и от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, в кафе говорится от имама Багри, алейхиссалату вассалам, «Аль-му'мину аслабу миналь джабаль». Говорится, что верующий устойчивее, чем горы. Устойчивее гор. Устойчивее гор. Аль-джабалю ястакильду минху. То есть у горы можно что-то отнять, отколоть что-либо можно у горы. Валь-му'мину ла ястакильду мин динихи шейун. А верующий от его веры, от его единобожия ничего невозможно отколоть. От него ничего невозможно отколоть. Или от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, говорится, «Аль-му'мину каль-джабаль, ла тухаррикуху л-авасиф». Верующий здесь еще подобный смысл, но немножко верующий подобен горе, подобен горам. Его не могут расшатать, его не могут сдвинуть с места даже самые сильные ветры. Даже самые сильные ветры не могут его сдвинуть с места. Ну, конечно, это все уподобление, и ветер, и так далее. То есть верующий таков, он сталкивается с какой-то бедой, с какой-то трудностью, с бедностью сталкивается с неуважением, с потерей любви, потери авторитета вокруг себя, общественного положения, у него ничего не меняется. Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, в отличие от многих людей, которые приходили к власти, он был все тот же самый Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, как до того, как стал халифом, так и после того, как стал халифом. Для него абсолютно ничего не изменилось. Никак не могло повлиять это на него. Это на него никак не могло повлиять, абсолютно никак не могло его сдвинуть с места. Он был уверен. Почему? Я так понимаю, у нас время подходит к концу. Да, почему? Единобожие. Это подключенность к безграничному источнику могущества, величия, милосердия, доброты и всех остальных совершенных качеств. Это быть подключенным к этому источнику. Спасибо, уважаемый шейх Курбан. Вновь благодарю вас за то, что пришли на что объяснили хорошие моменты, хорошую информацию преподнесли нам. Иншаллах, на следующей передаче мы с вами вновь увидимся. Иншаллах. Уважаемые телезрители, очень надеюсь, что эта передача принесла вам много пользы, но наше время подошло к концу, мы на этом вынуждены с вами попрощаться. Иншаллах, увидимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.